входила в это. Так. Ебать, знание безумца, 23. А куда дели? Не, а, 23 лежат? Да. Вот это жестко. Теперь было 66, стало 89. Нормально. Почти под потолок. Скоро будет. Можно будет потом купить кусок. Ой, этот. Да. Большой который. Да ты купил бы все. Песняк. Я пока экономлю на всякий пожар. Но вдруг сейчас на кого-нибудь наткнемся и будем тратить озарение много. Ну. Надеюсь, что нет, но мало ли. Черт, так, окей. Теперь куда идем-то? Мне надо пройти. А, блядь, точно. Да, запретный лес. Да. Запереть не лезь. Так, короче, она пишет, я, говорит, уеду на время карантина. Неизвестно, когда вернусь. Меня зовут Антонина. Да. Если вы слышите это послание, ну. Ой, ебать, нифига, он тут еще написал. Так. Ну, короче, типа, то, что возможно, это может быть до сентября. Типа, готов ли ты такое время присматривать за ним? Типа, едой наполнительным я, естественно, обеспечу. Так, ей 5 месяцев, она послушная, ходит строго в лоток, кушает любой корм, можно и обычной едой подкармливать, по желанию. По столам не лазит, если вдруг залезет, просьба поругать, если будет необходимо, шлепну слегка. Лишь бы она так больше не делала. Она не мяукает, когда... кто-то кушает, но есть привычка, когда кушает сесть рядом. Блядь. А, ну это нормально. Да даже, блять, если бы она... даже если она мяукала, если я ем, как бы это не страшно. Не знаю, это жестоко. Я бы не простил кошки такого. Ну, блин. Сердечко-то слабое. Ну, может, понятно. И у меня тоже. Но я бы за такое бы точно не ругал. Так, игривые ногти ей постриг, надеюсь, не поцарапает вас. По утрам придет и будет лыскаться. Горелая по... Это понапно. Так, я, в общем, возле этого самого. Я давно уже жахнул большой. Окей. Фух, ладно. Думаю, найдем общий язык. С Китькой-то? С Китькой, да. С Китькой по-любому. Это ж Китька, не человек. Ну да.
Ты в этом лесу? Да-да-да, возле фонаря. Зеркал мало. А ты как? Долго подключает это тогда. Шляпа белый цвет. И... Как это шлифа, не понятно. Делаешь? Это Nintendo звук такой? Нет, телефон. А, да? Ну я пытаюсь ей ответить. Я как бы и написал, чтобы она мне писал, что типа мне информацию как бы сказали, но типа пусть она уже конкретно сама мне напишет. Все. И сказал, типа, если вопросу легендарно интересно, блять, кому она дает живность свою. Мало ли, блять. Живодер какой. Да. Если что, потихоньку движусь к этому педерасту. Если вы поняли, о чем я. Педерасту? Да гнида! А-а-а! Гниде! Да. А там мразь, а это гнида. А мразь это кто? Ну как? На кого-то мне намекал. На кого? Ну, которая в самом начале. А кто в самом начале? Ну с кем ты общаешься в самом начале? Когда поднимаешься по лестнице. Я завис. Юзефка. Кто? Юзефка. А, мразь-то это, ёб твою мать. Ну... Я хочу сначала гниду заебашить. А потом уже к мрази, блядь. Ну, я понял. Йозовки это ебаной в конце. Тебе ж по-хорошему тоже ее надо ебануть. Ну на самом деле нет. Но мы же вместе играем, поэтому мы должны дать всем пизды. Ну да. Ой, Чак Норрис достал он. Бля, она сказала 22-го привезет ее. Сама. Сама. Ой, как хорошо. Блять, я стесняюсь. Ну, блять, ей тоже нужно. Ну убери там труханы там. Все такое. Труханы убрать, блядь. Хуяна. Это ну, мои. Встречаю ее в джинсах, но без труханов. Холостяцкие. Замашки. Как его? Это мой парус. Моей холостяцкой. Самой этой, ага. Жизни, да. Так, но я у пушки. Блять. То бишь что-то это озеро ебаное. Пушка. Сейчас, сейчас. Она спрашивает, где я проживаю. Так тут немножко рядом. Инта.
Инта. Воркута. Воркута, ёпта. Да. Где вы проживаете? На дне океана, скажи. Так что ты бежишь там или что? Не, сейчас я иду, напишу. А, ладно. Не спрашивают. Блядь. Так, ты возле того озера. А я уже подошел к этому пидорасу, сейчас буду с ним пиздиться. У меня такая мысль, а что если его отправить в лечебницу Юзуки? А я, кстати, не помню. Она же... Если там этот вариант, но попробуй. Она же, типа... Да-да-да. Вон, туда же подсказка, типа, лучший выбор клиника. Дядя, да тебе лечиться надо. Так, короче, куда мне подойти и где тебя... Сейчас. Я вот там, где эта хуйня. Хуй этот. Мордатый. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Well, I'll be. Thank you. It's about time I made a move. I can't very well stay out on my own. Oh, you're giving me hope. Terribly kind of you. Take this. It's all I can offer us, thanks. Oh, it's me shit.